Всем привет из Сочи! Вы на канале Танюшина Орхидеи и Сад. И у нас очередной завоз на оптовой базе по переулку Промышленному 4. Посмотрите, какую красоту нам привезли. Вот эта орхидея очень похожа на единорог. И даже была полубабочка. Вот такая лапочка. Посмотрите, какие шикарные цветочки. Сколько ответвлений. Просто замечательная. Такая вот красоточка. Конечно, мутация не полная, но все равно очень красивенькая. Много-много было биглипов, крупных, красивых. Были парфюмерные фабрики, были минички. Даже нам привезли цимбидиумы. Шикарные цимбидиумы. Тоже покажу все дальше. А вам хорошего просмотра, ставьте лайки, подписывайтесь, кто не подписался. Вот эта желтенькая была ароматная. Вот этот замечательный белый биглип, он был сантиметров, наверное, 12. Мультифлорочек было много, очень хорошенькая. Вот это вот мне понравилось, такая лапочка. И был яркий-яркий горизонт. Вот они часто бывают не очень яркие, а часто бывают очень яркие. Galaxy, замечательный тоже сорт, очень махровые цветочки. Stellenbosch, давно его не было, но вот опять к нам привезли. Вот этот биглип, просто столько бутонов красоты навезли нам очень много. Так что садитесь, пейте чай, наслаждайтесь этой красотой, а я вас оставляю наедине, потому что не знаю, всегда хочется полюбоваться, рассмотреть всю эту красоту, чтобы никто не отвлекал. Хорошего вам дня, хорошего настроения, крепкого здоровья, всего-всего самого наилучшего. Да, совсем забыла сказать про цены. Один цветонос 1350 рублей. Два цветоноса 1690 рублей. Минички были по 950 рублей. Violet Queen был по 1400-200 рублей. И очень крупные, шикарные цимбидиумы были у нас по 2160 рублей. Вот такая красота. Ну, теперь точно оставляю вас наедине с этой красотой.